Если мы уходили на каникулы, на внеочередные, то у нас заболеваемость в школах была где-то около 18% детей, которые уже заболели, то вчера по мониторингу, который мы провели, чуть более 3% детей находится дома в связи с заболеваемостью. Причем это заболеваемость не только ОРВИ, это различные другие заболеваемости, но я хочу сказать, что это гораздо ниже, чем 10 дней назад. Конечно, в период, когда были каникулы, во всех школах района проведена дезинфекция, проведены генеральные уборки. Много вопросов нам задают, по каким образом будут нагонять вот этот материал, который был пропущен в период каникул. Мы закрывали школы на каникулы, а не на эпидемию. Поэтому никаких дополнительных дней, которые связаны с прохождением материала, который не был пройден в период внеплановых каникул, не будет. Каникулы продлеваться, учебный год продлеваться не будет. Каникулы весенние, которые должны были быть по утвержденному расписанию учебной нагрузки в школах, они также в марте будут. Единственное, что я хочу пояснить родителям, что следующая неделя у нас будет удлиненная, потому что суббота объявлена рабочим днем в связи с переносом праздничных дней, поэтому субботу, когда дети будут заниматься на следующей неделе, это не расценивать как день дополнительный для занятий в связи с неочередными каникулами, это день, который мы отрабатываем за праздники, и дети будут находиться с родителями все дни праздника, которые утверждены по трудовому законодательству.